Здорово. Сейчас я покажу и обучу вас классному фокусу с деньгами, который называется «Энергия денег 2.0». Ну, я обучу вас. Так, берем самую обыкновенную купюру. Можем взять у зрителя. Показываю чистые руки. Ложу купюру на руку. И смотрите, что сейчас будет происходить. Купюра медленно сгинается. Это может быть любая купюра, которую мы возьмем у зрителей. Ваша купюра. Любая. Желательно, чтобы она была поновее. Вот. Она сворачивается сама. Тут нету ни ниток, ни магнитов. Ни ветра, никто ниоткуда тут не дует. Итак, как же этот фокус делается? Мы берем, вот значит, я говорю, хорошую купюру, чтобы она не была как из заднего места. И мы берем, просто ее ложим на руку. Ложим на руку, и она от тепла начинает просто сгинаться. Вот. То есть секрет вообще легкий-прелегкий. Если вы так дома попробовали, у вас не получилось, то сделайте, ну так, согните купюру напополам, ну, хорошенько так прогладьте на изгибе, и опять же возьмите, прослюните здесь, ну, палец, потом здесь прослюните, потом так немножко потрите туда, купюру распрямьте и положите на руку, туда должно уже 100% получиться. Вот. Ну так вот, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канале. Пока.